В этом ресторане на набережной Виктории и Альфреда в Кейптауне можно купить молочный коктейль почти на любой вкус. Здесь предлагают на выбор 207 видов. Благодаря этому ресторан даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Когда мы только открыли ресторан, продавали примерно 40 видов молочных коктейлей. Их очень часто заказывали, и поэтому потом стало 100, 150 видов, а затем 207. Это произошло за 5 лет. Запись в книге Гиннесса привлекает в ресторан еще больше гурманов. Я узнала об этом в Инстаграм и просто должна была прийти и попробовать. Мы увидели в Facebook пост о 207 молочных коктейлях, попавших в Книгу рекордов Гиннесса, поэтому решили приехать. Это настолько превзошло мои ожидания, что я собираюсь вернуться как можно скорее и попробовать каждый молочный коктейль. Коктейли обычно подают в бокалах объемом 330 миллилитров. Напитки украшают взбитыми сливками, тертым шоколадом, печеньем, конфетами и многими другими съедобными компонентами. Когда благодаря большому выбору молочных коктейлей ресторан попал в Книгу рекордов Гиннесса, это еще больше подняло наш имидж. Но мы всегда продавали много коктейлей и придумывали для них самые современные вкусы. Помимо ванильных, шоколадных, фруктовых и других традиционных молочных коктейлей, в ресторане предлагают напитки со вкусом маскарпоне, нутеллы, чизкейка и тирамису. Также есть обезжиренные коктейли, замороженные, йогуртовые и веганские. Ну а подают их с биоразлагаемыми соломинками.